Добрый день, дорогие мои, Евгений Гордеев из славного города-героя Смоленска. Друзья, сегодня сразу три, по крайней мере, известных мне праздника. Сегодня 1 марта, первый день весны, день рождения моей любимой жены Иришки и день кошек, российский день кошек, не международный, международный, по-моему, в августе. За последние несколько дней я выдал на гора пару своих новых предвесенних песенок. Вы все их, наверное, уже слышали. А сегодня подарил новую песню своей любимой женщине. Но пока она ее еще не слышала, мы соберемся у дочки сегодня вечером. И у одной из трех наших дочерей. Одна прилетела из Кемерово, чтобы побыть с нами. И я им, ну, всем, и жене в том числе, покажу эту песню, которую я уже выложил, правда, для вас всех на свой YouTube-канал. И вот в этом ролике, который сейчас я вам представляю, я поздравляю всех вас, любителей веселого кошачьего племени, с российским днем кошек. От имени и по поручению всех обитателей нашего приюта Катавасия 67 я выражаю сердечную, глубоко сердечную, душевную благодарность нашим добрым и милосердным постоянным спонсорам Любови Александровне Романовой. Любочка, огромное спасибо. Ирине Ивановне К, Сергею Владимировичу Козицкому. Сереженька, спасибо огромное. А также Татьяне Николаевне Н, Галине Владимировне М, Марии Викторовне П, Ивану Ивановичу А. Мужчины редко, но метко, значит, в этом ряду присутствуют. Наталье Сергеевне Ша и многим-многим другим. Благодаря вам, друзья, наш приют живет. И если не процветает, то, по крайней мере, существует достойно. И спасает все новых и новых котеек. По сути, это большая передержка, где на сегодня содержится более 50 этих прелестных, чудесных, необыкновенных животных. С вашей помощью мы покупаем им всевозможные корма, лекарства, витамины, наполнители, лотки, когтеточки, жилые комплексы, переноски, котоловку вот купили с вашей помощью. Надо же ловить диких на морозе, особенно, когда это страшное дело. Но сын этим занимается, он известный в Смоленске, так сказать, зооволонтер. Посещаем ветеринаров, стерилизуем, кастрируем и так далее и тому подобное. Дорогие мои, я вас уверяю, что без вашей помощи наш приют просто не мог бы существовать. Я неоднократно убеждался в этой жизни, что проявленные человеком, ну, нами, с вами, доброта и милосердие обязательно возвращаются к нам, причем возвращаются сторицей, многократно больше, чем мы затратили. Да и вы, друзья, уже наверняка ощутили все это на себе. В какой-то степени, в какой-то ипостаси, неизвестной мне, ну, неизвестной, неожиданной, может быть, для вас, но это обязательно будет. Я еще раз от имени моей женушки Ирины, у которой сегодня день рождения, я уже повторяюсь, от имени сына нашего Александра, у нас детей трое, три дочки и сын, Александра, известного в нашем городе зооволонтера и зоозащитника, по поручению наших обогретых и обласканных с вашей помощью питомцев, поздравляю вас с днем кошек, желаю здоровья, мира и благоденствия. До новых встреч на моем YouTube-канале, друзья. Пока.